вы уже пришли, да? Все хорошо. Слава Богу. Вы познакомились с соседом, может, вы не знаете кого-то? Да, можете поприветствоваться. Слава Богу за времена, которые Бог нам дает. Времена отрады, времена благословений. Вот, Бог дал жизнь, чтобы она распространялась на этой земле. Некогда от двух сотворенных первых людей. Вот столько много сегодня наполняет эту планету всяких народов, племен. Есть очень даже густонаселенные районы, да, где там по множеству человек на квадратный метр. Вот. А есть и нет. Вот. Так что слава Богу. Слава Богу. В любое время, в любой сезон, в любую погоду мы поклонники, остаемся поклоняться, потому что любовь Божия, она излилась однажды Духом Святым в наши сердца, и мы стали другим народом. Что-то произошло в нас, это совершенно изменило нашу природу, мы стали другими, новым творением, как говорится Бог, шедевром Божьим, ручная работа, дорогая такая. Вот, поэтому слава Богу за Бога. Аминь. Аллилуйя. Как всегда, мы славим Бога нашего, потому что это не есть только часть нашей традиции, но это то, что в нас живет, то, что просится наружу, воздавать всю честь и славу тому, кто этого достоин. Поэтому давайте мы сейчас встанем, помолимся и будем прославлять нашего Бога. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты во веки благой, добрый, за то, что рука Твоя не сократила, чтобы спасать, и ухо Твое не тяжелело, чтобы слышать молитвы наши. И прежде прошения Ты знаешь, о чем мы будем молиться. И более того, Ты сказал, Ты даешь нам больше, нежели о чем мы мечтаем, просим, представляем. Ты даятель добрый, слава Тебе и хвала Тебе, что вместе с Тобой мы все можем, мы все преодолеем. Мы благодарим Тебя, Господь, за благодать Твою, за новый начавшийся день, за то, что Ты дал нам жить, Господь. В этом дне спасибо Тебе, Господь, за все благословения, Отец Небесный. Благодарение Тебе, Господь. Мы хотим прославить Тебя и возвеличить Тебя, потому что Ты того достоин. Нет подобного Тебе, Бог мой, во всей вселенной. Ты явил любовь свою на кресте. Ты доказал нам, что Ты нас любишь. Нам не нужно уже больше доказательств, чем Ты самое великое, что мог доказать. Ты отдал самое дорогое и драгоценное, что было у Тебя, Сына Своего. Спасибо Тебе за Твою огромную любовь, за неизменность, Господь, за посвящение, за верность, за все, за все, за все Тебе славим, благодарим и желаем прославлять Тебя, Господь. В это утро, в этот час мы пришли на это место, чтобы воздать Тебе хвалу. Ты единый, достоин всей славы. Небеса небесные вещают Тебя. Все творение да славит, все дышащее да прославляет Тебя. Возвеличивает Тебя. Бог, мы ангелы на небе и люди на земле. Во имя Иисуса поют Тебе хвалу. На разных языках, в разных народах, Господь. В разной литургии, Господь, поклоняется Тебе. По-разному, громко, тихо, Господь, на коленях. Или с восклицаниями, Господь, Бог мой. В одиночку или массово. Собираются, чтобы поклониться и воздать Тебе всю честь и славу. Они знают, что нет, не было бы их, если бы не Ты. Бог мой, хвала Тебе вовеки. Мы утверждаем, что Твое царство, оно приблизилось. Мы утверждаем, что Ты пришел в нашу жизнь и оживотворил нас. Ты сделал нас другими. Ты дал нам новую судьбу, Господь. Бог мой, Ты подарил нам вечность. Слава Тебе вовеки. Будем возвеличивать Тебя, будем прославлять Тебя, ибо Ты того достоин во веки веков. Аминь. Аминь. Аллилуйя.